На Ангарском проспекте закончились работы по установке фигурных клумб. Украшение газонов на улицах Коминтерна, Декабристов и Ангарском проспекте началось в июне. В городе появились цветочные медведи, шары, большой диковинный кувшин. В настоящее время хочется отметить, что мы впервые применили при компенсационном озеленении украшения улиц такими зелеными фигурами. И на Ангарском проспекте, как вы видели, мы установили 9 зеленых скульптур. Это мишки, шары, кувшин. Все это выполнено в рамках компенсационного озеленения на Ангарском проспекте. На озеленение города в этом году из бюджета АГО было выделено 2 миллиона рублей. Флористы проделали долгую и кропотливую работу. Однако ангарчане с фотоаппаратами облюбовали фигуры и уже подпортили их внешний вид. Клумбы пришлось огородить. При бережном отношении они могут простоять до конца лета.